новом году продолжится масштабное благоустройство Кореневского карьера. Первые шаги реновации позади, но основную часть работ подрядной организации только предстоит выполнить. Как изменится облик популярного места отдыха, оценила общественность. Ну, вообще, хотелось, конечно, хорошую зону отдыха, на самом деле. И хотелось бы, чтобы это было все сертифицировано и безопасно, самое главное. Просьбы жителей услышаны. Из нетронутого цивилизации оазиса Кореневский карьер превращается в современную зону отдыха. Этой осенью здесь появилась обновка – тренировочная база для гребцов. Учебный центр стал плодом сотрудничества округа и Всероссийской Федерации гребли. Это только первая зона карьера, которая попала в проект реновации. Впереди благоустройство еще трех участков. Плавно мы переходим к основному большому пляжу, где сформировано концептуально, скажем, элементы благоустройства, которые воплотятся в жизнь, я думаю, что уже в следующем году. По задумке проектировщиков, центральный пляж получит статус пляжа повышенной комфортности. Здесь разместится гостиничный комплекс, по соседству раскинется веревочный парк. Вдоль всего побережья протянется лыжероллерная трасса. Идея общественности нравится, но жителей мучает вопрос, смогут ли кошельки люберчан потянуть отдых на Кореневском карьере. Мы заверили всех абсолютно, что, скажем, в рамках существующих проектов благоустройства будет проделана максимальная работа для того, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ, во-первых, на все объекты Кореневского карьера. Ну, не исключаем сотрудничество с коммерческими структурами, которые тоже будут активно развивать наш общий проект. Точную дату окончания благоустройства пока не называют, но большую часть работ планируется выполнить до конца 2020 года. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.